Да, вот типичный шоурис, типичный. Да, вот трэшовый риф, поэтому Queen создал трэш-метал. И так далее. Поэтому это можно вечно перетирать. Понятно, что это херня, кто что создал, и, естественно, Black Sabbath никакой, даже близко метал не создали. Это просто как бы компиляция. В таком случае, опять же, я говорю, что я создал поп-метал. То есть я как бы туда, когда... Точнее, не так, я создал, как я это сказал, Даша, да, что типа на радио какой-то, типа коммерческий метал, Джейс. Кто-то спросил меня, я говорю, ну, наверное, стиль можно назвать коммерческий метал или поп-метал. Она сгорела, говорит, больше так никогда не называй, типа, это ужасно, типа, все. И так далее. А получается, что где еще вот метал, который, я говорю, с забористой крутейшей гитары, да, где не просто какой-то там ноль играет с каким-нибудь борлотом кривым, а реально там сложные какие-то партии, секстолечки, потом пробегают прострелы. В ударку положены идеально, навороченные синты и женский вокал с расщепом. Где? Все, я создал, как бы, это можно назвать поп-мелодик female metal. Вот так вот. Синт. Да, еще можно добавить синт. И техно, да. Поп-техно, синт-метал создал и так далее. Поэтому, естественно, метла даже близко никакого трэш-метала не создавала. Даже близко.